Медпункт в доме. В таком больше 50 лет получали первую помощь жители села Труслейка. Полвека назад в пункт скорой медицинской помощи переоборудовали двухквартирный жилой дом. За годы работы десятки трещин на стенах начали сплетаться в паутину. Треску и скрипу деревянных полов здесь не удивляются уже давно. К сегодняшнему дню доски попросту прогнили. Помыть руки можно только в рукомойнике. Проводить водопровод к такой экспресс-больнице оказалось чересчур затратно. Там, во-первых, очень места мало, неуютно. Детей много собиралось, бабушек много собиралось, где можно было бы всех разместить. Но мы сидели в одной комнатушке, говорится, никуда ничего. Где могли, там и присели. Где могли, подождали. На входе самодельная табличка с режимом работы. Зимой большую часть времени прием приходилось вести на дому. На протопку старого деревянного ФАПа уходило порядка 20 кубометров дров. Сегодня для охраны здоровья местных в селе возвели модульный фельдшерско-акушерский пункт. Больше 6 миллионов рублей на капитальное строительство нового медпункта сельская территория получила по нацпроекту здравоохранения. Котельные. В старом ФАПе там трудно назвать котельные. Печки обыкновенные. Вчерашний день. Топить их сложно, плохо, теплоотдача от них плохая, сажа, грязь. Здесь современные котельные, газовые котельные. На двух котлах арестован. Один котел резервный, один рабочий. Чем это преимущество? Котельную включил осенью и до весны. Чтобы удержать вырабатываемое газовыми котлами тепло, стены каркасной конструкции дополнительно утеплили по всей площади здания. Немного увеличить приемное пространство для будущих пациентов удалось за счет отказа от строительства двойного тамбура. Имитацию классической конструкции входной группы в жилое помещение создаст электрическая тепловая завеса. Она позволит отсекать потоки холодного воздуха при входе и сохранять тепло внутри здания. В новом помещении появились и водяные трубы. Оборудованы сразу несколько санузлов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ввести долгожданное лечебное учреждение в эксплуатацию обещают к началу ноября. Сегодня здесь уже готовятся к установке новой мебели и монтажу медицинского оборудования. Открытие нового объекта, современного, комфортного, позволит улучшить качество медицинской помощи и повысить доступность медицинской помощи сельским жителям. В данном подразделении на ФАПе будут работать два фельдшера. Молодые специалисты в Труслейку прибыли по программе «Сельский фельдшер». По новым правилам на приобретение жилья медицинским работникам, перебравшимся в сельскую местность, выдадут сертификаты на 1 миллион рублей. Яна Федорищева, Владимир Куликов. Новости Улправда ТВ.